Забота о детях всегда была в центре внимания в нашем муниципалитете. В последние годы по причине роста рождаемости возник дефицит мест в детских садах. Решение этой актуальной проблемы администрация Славянского района видит как в строительстве новых детских садов, так и в расширении уже имеющихся. История 41-го детского сада «Солнышко» насчитывает уже более 80 лет. Он не раз серьезно обновлялся. Насущная необходимость его расширения возникла в связи с важностью более комфортного размещения младших детей из ясельных групп. В рамках реализации нацпроекта «Демография» удалось добиться финансирования строительства нового корпуса. И вот после его завершения долгожданный праздник торжественного открытия. Глава Славянского района Роман Синеговский приехал сюда, чтобы разделить общую радость. Хочу сказать спасибо прежде всего губернатору Кубани Евгению Ивановичу Кондратьеву, что вот в крае есть программа «Демография», которая позволяет нам на сегодняшний день вводить места в детские сады. Приоритетные это ясельные группы, где есть возможность мамам идти на работу, трудоустраиваться. Это большое дело. И вот хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие. Я считаю, получился красивый объект. Много добрых слов было сказано в адрес всех, кто причастен к этому радостному событию. И, конечно, прозвучали стихи в исполнении воспитанников детского сада. Учим мы стихи и песни нашей группе дошколят. Место не для нас чудеснее, чем любимый детский сад. Будем в нем играть, плясать, песни петь, стихи читать. Обещаем всем серьезно, будем взрослым помогать. И вот наступает самый торжественный момент праздника – перерезание красной ленты. Глава Славянского района, председатель совета района и все приглашенные осматривают новый корпус, удобный, красивый, с хорошей современной мебелью и всем необходимым для комфортного размещения детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Началась стройка с июня месяца, мы просто здесь жили. Но я думаю, вот всем видно результат нашего труда, нашего взаимного. И яркие веранды, и яркие заборы, и все для детей. Здесь все по самым последним требованиям, теплые полы и в туалетных, и в игровых, и в спальных комнатах. Приобретена новая мебель, которая соответствует всем стандартам. Вот. Приобретено очень много игрушек, которые дети очень будут довольны этим. Даже краны, будем так говорить, сенсорные, что ребенок, не надо ребенка откручивать его, он только поднесет свою ручку, и уже выставлена температура воды, и будут дети мыть руки. Строительство здания велось с июня прошлого года, и спустя 6 месяцев оно было завершено. Для детей созданы все условия. Есть манежи и кроватки, другая удобная мебель, игрушки для занятий и развития. В детском саду работает 41 сотрудник. Это высококвалифицированные, опытные, неравнодушные люди. И они очень рады, что детский сад развивается. Младшие дети нуждаются в особом уходе. И поэтому вот очень важно, чтобы было меньшее количество детей в группах. Поэтому вот родители очень довольны, что небольшое количество детей будет в группах. И уютно будет, комфортно детям. Изюминкой 41-го детсада являются занятия по английскому языку, благодаря которым дети приходят в школу более подготовленными к овладению тонкостями этого важного предмета. Серьезное значение придается и музыкальным занятиям, которые детвора очень любят. С этого возраста тоже будут музыкальные занятия, у них они по 10 минут. Ну, то есть по программе все начинаем. И они уже у нас вот в этом возрасте, во второй группе, они у нас и поют. Артисты очень любят. Любят. Очень любят музыку, очень любят кукольные театры всевозможные, пальчиковые кукольные театры. Все это мы им показываем. Сейчас в этом дошкольном образовательном учреждении 216 воспитанников, для которых детский сад «Солнышко» давно стал близким и дорогим, и они откровенно говорят об этом. У меня здесь много друзей, я люблю ходить в этот садик. Я люблю здесь играть, петь и танцевать. Я очень люблю свой детский садик. Мы очень давно ждали, чтобы его достроили, чтобы пойти в свой любимый садик. У меня здесь много друзей. Мы здесь кушаем. Мы здесь хорошо проводим время. Мамы могут нас отдавать, чтобы мы здесь играли.
и они могут спокойно идти на работу, потому что дети остаются в очень ласковых руках. Воспитанники детского сада с большой радостью приходят сюда, потому что они окружены здесь теплом и вниманием, и созданные для детей условия позволяют планировать дальнейшее развитие. Одновременно с новым корпусом для каждой группы детского сада построены новые игровые веранды. В ближайшей перспективе установка малых архитектурных форм. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».